Друзья, всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня я готовлю торт с легким и воздушным йогуртовым кремом. Этот торт отлично подойдет для тех, кто не любит более тяжелые начинки, например, с масляным кремом, а отдает предпочтение более легким десертам. Что понадобится для приготовления? Заранее я испекла классический бисквит. Видео с его подробным приготовлением есть у меня на канале. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Также нужен йогурт. Выбирайте погуще, но если вы все-таки взяли питьевой, тогда нужно будет увеличить количество желатина. Сливки 33%, сахарная пудра и желатин. Перед началом работы необходимо залить холодной водой желатин, чтобы он вот так хорошо набух. Потом короткими импульсами хорошо прогреть его в микроволновой печи, чтобы он стал жидким, но не закипел, потому как при закипании он теряет свои свойства. После того, как растопили желатин, отставляю его в сторону до остывания. Следующим этапом в глубокую миску отправляю охлажденные сливки. И начинаю взбивать миксером. Изначально около 2 минут на небольшой скорости, потом увеличиваю обороты и набиваю, пока сливки не станут пышными и плотными. До вот таких мягких пиков нужно набить сливки. И пока отставляю их в сторону. В глубокую миску выкладываю йогурт. У меня с наполнителем ананас и манго. Вы можете взять на свой вкус. Всыпаю 3 столовые ложки сахарной пудры и хорошо перемешиваю миксером на средней скорости буквально 1 минуту. Не останавливая работу миксера, начинаю вводить остывший желатин тонкой струйкой. После того, как полностью ввели желатин, хорошо перемешиваю на протяжении буквально нескольких минут. Готово, дальше можно вводить сливки. Выкладываю их в йогуртовую массу и аккуратно вмешиваю лопаткой. И йогурт, и сливки должны быть обязательно холодными. Крем готов, можно приступать к сборке торта. Диаметр моего бисквита 20 см. Я его разделила на 3 коржа и первый уже положила в форму. Так как йогуртовый крем нестабилен, я буду собирать торт в разъемном кольце, чтобы он получился ровный. Коржи я немного пропитываю сиропом. Его приготовление я оставила за кадром. Делать его очень просто. На 50 грамм сахара идет 50 грамм воды. Массу нужно довести до кипения и прокипятить буквально 2-3 минуты. И все, сироп для пропитки готов. Но если вы не любите влажные десерты, тогда не пропитывайте торт. Выкладываю крем. Хорошо разравниваю. По желанию в крем можно добавить кусочки свежих фруктов. И сверху выкладываю второй корж. Нужно немного придавить его кончиками пальцев. И также немного пропитываю сиропом. Выкладываю крем. Количество этого крема полностью хватает на торт диаметром 18-20 см. Последний корж с внутренней стороны также немного пропитываю сиропом. Переворачиваю и выкладываю сверху. Немного прижимаю кончиками пальцев. У меня осталось буквально 2 ложки крема. Выкладываю их сверху и разравниваю. Торт практически готов. Дальше ему нужно хорошо стабилизироваться. Поэтому накрываю его пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 5-6 часов или лучше на ночь. Друзья, мой торт простоял в холодильнике целую ночь, он хорошо стабилизировался, и дальше извлеку его из формы. Друзья, вот такой красивый тортик получается. Как вы видите, крем отлично стабилизировался, и можно приступать к украшению торта. В этот раз я решила бока не закрывать, а оставить такими, как есть. Ну а сверху я украшу вот такими безешками. Вы можете украсить торт по своему желанию. Вот такой красивый весенний тортик у меня получился. И сейчас его разрежу, покажу, какой он внутри. Вот такой невероятно красивый торт получается внутри. Готовить его совсем несложно, и получится он у каждой хозяйки. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусных десертов. Всем удачи, всем пока!